Мой маленький друг, добрый вечер. Я хочу рассказать тебе сегодня английскую сказку о маленьком паровозе, который однажды помог детям. Перевела эту сказку на русский язык Ольга Волчек. Послушай. Чух-чух-чух, пуф-пуф-пуф, динь-дон, динь-дон, бежал по рельсам маленький поезд. Это был очень веселый поезд. Его вагоны были полны замечательных игрушек для мальчиков и девочек. Там были жирафы с длинными шеями, и мохнатые медвежата почти без шеи, и даже слоненок. Там были куклы с голубыми глазами и золотыми локонами, куклы с карими глазами и темными косичками, и самый смешной игрушечный клоун, которого ты когда-либо видел. Там были еще вагоны с игрушечными машинами, самолетами и другими игрушками, которые так нужны ребятам. И это еще не все. Несколько вагонов были нагружены большими золотыми апельсинами, краснощекими яблоками, сладким горохом, бутылками свежего молока для завтрака и самым свежим салатом для обеда. И все это маленький поезд вез детям, которые жили по другую сторону горы. И вдруг он резко остановился и не мог больше идти. Он пытался, старался, но колеса не двигались. Что же теперь будут делать все мальчики и девочки на другой стороне горы без чудесных игрушек и без вкусной еды? «Смотрите, вон идет блестящий новый паровоз!» – закричал смешной клоун. «Давайте попросим его помочь нам!» И все куклы закричали. «Пожалуйста, блестящий новый паровоз, помоги перевести наш поезд через гору! Наш паровоз сломался, и у детей на другой стороне горы не будет игрушек для игры и вкусной еды на завтрак, если ты не поможешь нам!» Но блестящий новый паровоз недовольно сказал: «Я потащу вас. Я пассажирский паровоз. Да я только что перевез прекрасный большой поезд через гору. У моего поезда были спальные вагоны с удобными полками и вагоны для отдыха. И я потащу вас?» «Конечно, нет». И он прошел мимо, в круглый дом, где паровозы живут, когда они не заняты. Как огорчились куклы и игрушки! Тогда клоун закричал: «Пассажирский поезд не единственный в мире! Вон идет еще один паровоз, большой и сильный! Давайте попросим его помочь нам!» Маленький клоун помахал флажком, и большой сильный паровоз остановился. «Пожалуйста, о, пожалуйста, большой паровоз!» – закричали все куклы и игрушки вместе. «Не перевезешь ли ты нас через гору? Наш паровоз сломался, и у детей на другой стороне горы не будет игрушек для игры и вкусной еды на завтрак». Но большой паровоз заворчал: «Я товарный паровоз. Я только что перевез через гору большой поезд, нагруженный огромными машинами. Эти машины печатают книги и газеты для взрослых. Я очень важный паровоз, и я не потащу таких, как вы». Маленький паровоз, куклы и игрушки были очень расстроены его ответом. «Не унывайте!» – закричал игрушечный клоун. «Товарный паровоз не единственный в мире. Вон идет еще один. Он выглядит старым и усталым, но наш поезд такой маленький. Возможно, он поможет нам». «Пожалуйста, добрый паровоз!» – закричали куклы и игрушки. «Перевези нас через гору! Наш паровоз сломался, и у мальчиков и девочек на другой стороне горы не будет игрушек для игры и вкусной еды на завтрак». Но старый паровоз вздохнул: «Я так устал! Я должен дать отдых моим колесам! Я не смогу перевести через гору даже такой маленький поезд, как ваш». И, кашляя, он пошел в круглый дом. «Не могу, не могу, не могу!»
куклы и игрушки готовы были заплакать. Но вот клоун снова закричал: «Я вижу еще один паровоз, маленький голубой паровоз, очень маленький, может быть, он поможет». Очень маленький паровозик увидел флажок клоуна и сразу же остановился. «Что случилось, друзья мои?» — ласково спросил он. «О, маленький голубой паровоз!» — закричали все куклы и игрушки. «Не перевезешь ли ты нас через гору? Наш паровоз сломался, и у детей на другой стороне горы не будет игрушки вкусной еды, если ты не поможешь нам». «Я невелик, это правда», — сказал голубой паровоз. «Я только помогаю передвигать вагоны во дворе, и я никогда не поднимался в гору, но мы должны перебраться через гору раньше, чем дети проснутся. Помоги, помоги нам, пожалуйста». Голубой паровоз подумал немного и, подойдя к маленькому поезду, подтолкнул его раз и еще раз, и медленно, медленно пошел вперед. От радости игрушечный клоун выпрыгнул на платформу вагона, а все куклы и игрушечные звери заулыбались и запрыгали. Пых-пых-чух-чух, пых-пых-чух-чух, шел голубой паровоз. «Захочу и смогу, захочу и смогу, чух-чух-чух, пых-пых-пых». Все выше, выше и выше, быстрее и быстрее взбирался маленький голубой паровоз на гору, пока, наконец, он не добрался до вершины. И тут все увидели город. Он стоял внизу, в долине. «Ура! Ура! Ура!» – закричали куклы, игрушки и маленький веселый клоун. «Теперь все мальчики и девочки в городе будут счастливы, потому что ты помог нам, добрый, маленький, голубой паровоз». Вот так закончилась эта сказка. А теперь мне пора. Я прощаюсь с тобой. До свидания. До следующей встречи. До следующей сказки.